Рабочие этого цеха металлопродукции вспоминают, еще недавно работа за станками была иной, порядка не хватало. Но полгода назад ижевское предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда». Принципы бережливого производства внедрили здесь удачно. Приходили на рабочие места, вместе с рабочими освобождали их рабочие места от захламленности, тем самым позволяя им оптимизировать свое место, расположить все как положено. То есть здесь уже рабочие увидели и даже почувствовали, как это сказывается на их работе. За полгода участия в нацпроекте предприятию совместно с экспертами Федерального центра компетенции удалось в два раза увеличить выпуск продукции. Во многом за счет того, что на 54% сократилось время производства металлопродукции со специальной отделкой поверхности. Результат есть. Им и удобнее работать стало, и выработки повысились. Повысилась компетенция что у руководителей, что у рабочей группы, что у работников, то есть по всей вертикали. То есть людей обучили инструментом и бережливого производства, и вообще инструментом, как оптимизировать бизнес-процессы, в частности, по производственный процесс. Вот. И, соответственно, научили внедрять это уже на практике. Сейчас на предприятии планируют перенести полученный опыт и на другие участки производства и к 2024 году повысить производительность труда на 30%. Такие же задачи стоят и перед другими промышленными предприятиями Удмуртии, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда». Таких предприятий в республике сейчас более полусотни. 77 предприятий – это наш показатель национального проекта до 2024 года. Сегодня 56 предприятий участвуют в национальном проекте. В дальнейшем это будет, конечно, сопровождение четырехгодичное предприятие. Вот, и насаждение дальше этой идеологии повышения производительности труда в Удмуртской республике. И все это выражается уже и финансово, что прибыль. Конечно, мы считали на старте проекта, то есть мы понимаем, что вот это повышение республики принесет порядка 600 миллионов налоговых поступлений по году. Виктор Лошкарев сегодня напомнил, по итогам прошлого года Удмуртия заняла первое место в стране по реализации нацпроекта «Производительность труда». Республика на 100% выполнила план по внедрению принципов бережливого производства на предприятиях. Такая же задача стоит и в нынешнем году. Дмитрий Вороновнин, Василий Хохряков. Новости. Хорошо начали. Спасибо. Также объявить благодарность Минпромторгу Удмуртской республики Мулиной Екатерине.